вот это столько яблок на полкило песка. Несколько прям яблочек маленьких. Чтобы они получились целыми дольками, надо засыпать их песком на ночь, а утром варить. Будут целые дольки. Яблочки целыми дольками. Не повидло, а целыми дольками. Засыпаем песком на ночь. На ночь. Все яблоки засыпаны, чтобы они все были вот так вот, песочки. Все. И на ночь оставляем. А утром варим. И будут целые дольки. В песке была, но сок дала. И вот на следующий день мы включаем его. Будут кусочки целенькие. Не как повидло, будут. И добавили яблочко еще. Вон у нас там сок получился. Все это тщательно мешаем. Вот. И у нас яблочки будут кусочками, прям кусочками. Из-за того, что вот варим. Закипит. Как закипит, и 5 минут варим. И выключаем. Будет 5-минутка. На средненький огонь, и чтобы вот так 5 минут кипело. Булькало. Вот яблочки прям вот такие, целенькие. Пусть кипит. 5 минут. Сколько там осталось? 3 минутки? Вот. Все готово. Прям яблочки целенькие. И выключаем. Пусть остужается и вылим в банки. Выливаем в мисочку. И в банки. Остальное выльем. Вот прям яблочки получились. Целые яблочки получились. Вон какие. Целые эти. Приятного аппетита. Оставьте, ем в банке. Все, а дальше яблоньки будут. Так, вот она яблонька. Видите?
какие яблочки.